Здравствуйте, друзья! Уверен, что те из вас, кто вместе с нами изучает конструкции печей для бани, согласятся с тем, что по-настоящему эффективных банных печей, ну, с точки зрения теплотехники, практически не существует. Какой бы замысловатой ни была система отбора энергии у отходящих дымовых газов, все равно огромная часть тепла улетает в трубу. Это тепло можно направить на нагрев воды в баке, либо с помощью теплообменника, либо с помощью бака, устанавливаемого на выход дымохода. На нагрев камней с помощью сеток и канамайзеров. Ну а сегодня мы хотим вам рассказать про очень интересную, если не сказать больше, революционную натрубную каменку, да не простую, а чугунную. Зрители канала Fornax Film познакомились с каменкой турбопар в репортаже с Баняфеста, который подготовила для нас компания Визуви. Именно тогда мы впервые увидели опытный образец, а сейчас перед вами, перед нами доступную к заказу серийное изделие. Что же такое турбопар? Вообще турбина – агрегат, позволяющий использовать энергию уходящих отработанных газов на повышение эффективности того или иного устройства. Здесь принцип немножко другой, но эффект тот же. Это натрубная каменка, которая устанавливается на выход дымохода практически любой банной печи. Внутрь помещаются камни, которые прогреваются уходящими дымовыми газами. С камней можно получать пар, а можно просто наслаждаться мягким теплом от них. Ведь вместо участка головой трубы, которая при интенсивной работе печи прямо-таки жарит жестким излучением. Чугунный турбопар превращает эту энергию в полезное тепло. Внешний корпус этого устройства изготавливается из двух чугунных отливок и скрепляется болтовым соединением. Толщина стенок от 8 мм, по всей поверхности мощное оребрение. Вещица нереально тяжелая, больше 30 килограммов. Эти чугунные половинки формируют внешний корпус каменки, а вот внутри установлен цилиндр из нержавеющей стали. И этот цилиндр отвечает за моментальную передачу тепла камням, которые укладываются внутрь. И это тепло, отобранное у, казалось бы, уже бесполезных горячих дымовых газов, превращается в мягкое легкое тепло. Для каких же устройств предназначен турбопар? Да в принципе для любых. Диаметр подключения 120 мм, так что она подойдет на большинство печей. В первую очередь, конечно, турбопар заинтересует тех, кто хотел бы подправить микроклимат в парной, несколько расширив функционал своей печи за счет вот такой вот натрубной каменки. Ну а дальше можно действовать по обстоятельствам. Нам никто не запрещает установить эту чугунную каменку на отопительную печь. Вот так вот выглядит этот чугунный бублик, установленный на отопительную печь. И он будет собирать уходящее тепло, аккумулировать в камнях и уже постепенно отдавать его в помещение. По-моему, вышло просто супер. В магазинах Fornax вам будут рады всегда. Так что заходите, при вас примерим турбопар на любую интересующую печь и поможем определиться с выбором. Турбопар можно заказать и в интернет-магазине fornax.ru. Просто введите турбопар в строке поиска и вы попадете на страницу с товаром. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях либо в наших социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч, друзья. Счастливо!